Во Владивостоке создали Центр поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО. Он сформирован с целью оказания социальной, психологической помощи и предоставления информации по социальным вопросам и гарантиям. О его работе рассказал заместитель главы администрации города Дмитрий Светайло. По указанию губернатора Приморского края на территории Владивостокского городского округа открыт и функционирует Центр оказания помощи семьям мобилизованных военнослужащих. Основная цель работы центра – это на сегодня оказать максимальное содействие тем семьям военнослужащих, которые нуждаются в социально-психологической помощи, в решении каких-то социально-бытовых вопросов. В центре оказания содействия у нас работают специалисты-психологи, у нас работают социальные работники, у нас организовано взаимодействие со службами, которые на сегодняшний день могут квалифицированно проконсультировать по вопросам мобилизации, по вопросам кредитных историй, кредитных обязательств, алиментных обязательств. Штаб будет работать по адресу Фонтанная, 47, по будням с 10 до 19 и в субботу с 10 до 15 часов. Анна Дьякова, новости на 8.